Элуль! Это слово, которое мы слышим сейчас во всем мире, в синагогах мира. Элуль – это последний месяц года. Скоро уже, практически через 2 недели, начинается Рош ха-Шана, когда будет решена судьба мира на следующий год. Чтобы понять, что такое Элуль, я расскажу вам одну историю. Один человек пришел днем к себе домой отдохнуть, и он лег на кровать, уже собирался заснуть, вдруг он слышит стук в дверь. Кто это может стучать? Ну, наверное, это какой-нибудь попрошайка. Не буду открывать. Стук усиливается. Так, ну, наверное, это сосед. Соседу мне он надоело, я тоже не буду открывать. Стук продолжает усиливаться. И человек уже думает, кто это? Кто это может быть? Что это за хулиган? Что это за человек такой? Кто это вообще может себя так вести? Что за наглец? И он уже не может спать, идет, открывает дверь и уже думает сейчас накричать на того человека, который за дверью. Он открывает дверь, и вдруг, что это? Он видит перед собой его любимого отца. И все плохие эмоции мгновенно пропадают. И человек понимает, что он вообще забыл о том, что давно-давно не общался со своим папой. Написано в Мидраш Шире Ширим Раба, что «Откройте мне дверь величиной с игольное ушко, и я открою вам дверь величиной с зал, вход в зал». Элуль – это первые буквы «Анилю дуди ва дудили», то, что написано в Теилим, это означает «Я возлюбленному моему и возлюбленный мой мне». Пришло время. Откройте дверь отцу.